Итак, блин, как и обещал, вот видео, полное прохождение у меня есть с Crysis, сам записывал. И в реальном времени на приставке. Надо сказать, тут качество какое-то не очень, но все равно видно, они очень качественные, потому что я записывал 60 кадров в секунду, потому что я не знаю, как в этой программе меньше сделать, вот кто знает, скажите. Она напрямую с HDMI пишет, видимо, какой формат, источник, так и пишет. Вот, но тут видно, что никаких, блядь, нарисованных теней нет. Тени выглядят реально в отражении. Посмотрите, блядь, как какое тут отражение, как оно сияет, какие брызги. И ничего, прорисовки это никакой не видно, так же, как и на компе почти. То есть, в смысле, так же. В смысле, почти не видно. То есть, за пару игр, может, пару моментов, там где-то у тебя ящик появился, и вдруг, потому что болванка пиратская. Вот. А, смотрите, выглядит вообще как CG-ролик, игра бьющего. То есть это просто как круто. Это на Xbox. А вот сейчас посмотрим на PlayStation. Самая поганая самая приставка. PlayStation-овское говно. Давайте. Так, звук включим. Сука, ну смотрите, параша какая. Уже все, все, блядь, тупой коридор. Смотрите, какая вода отвратная. Блядь, сука, все размыто. Сволочи, блядь, сука, вообще непонятно, то ли это люди, то ли, блядь, клоуны в костюмах, то ли инопланетяне. Сука, посмотрите, блядь, надо рядом все-таки поставить, потому что это тот же уровень. Сука, как бы сделать рядом, чтобы было? Черт, а? Сука, ну, параша, параша, просто говно. Сука. Блин, как бы рядом-то сделать? Аншабдуль, братья, Аншабдуль! Аншабдуль, блядь, сука. Сука, Аншабдуль! Аншабдуль, ты, блядь, Аншабдуль, а? Аншабдуль, Аншабдуль, Аншабдуль! Аншабдуль. Сука, блядь, ну как же ездить, сука, ладно. Так, оставим. Сволочи, блядь, а, блядь, сука, нахуй, иди, Аншабдуль! Аншабдуль, братья, Аншабдуль. Вот. Сука, блядь, какая параша, блядь. Сука. Блядь, говнище, блядь. Вы посмотрите, какая тут графа, блядь, и на этом говне. Сука, пиздец, дерьмо, а. Блядь, сука, говно. В общем, параша полная. Лучше переключаться, я думаю. Сделать одинакового размера. Аншабдуль, братья, Аншабдуль, Аншабдуль, народ объебывает, Аншабдуль, 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 братья, сука, Аншабдуль, братья, сука, извините, блядь, сука, Аншабдуль, блядь, у меня все глючит, блядь, из-за этой параши, блядь, сука, вот, вот, блядь, сука, говно, а, сука, параша какая, сука, так, вот, сука, пиздец даже. Тут и листья, нахуй, блядь, все обосранные, какие-то обглоданные. Блядь, какая же параша это PlayStation 3. Это просто говно какое, а? Блядь, сука. Сука, блядь, говно, а? Сука, не... Все отвратно. Вот блевать охота от этой картинки. Это еще уменьшенный экран, как бы так, размер. А когда на полный, представляете, что происходит, разворачиваешь. Сука, говнище, а какое, блядь, а. Сука, все, блядь. Не, же надо, ладно, вы просто текстуру резали, там, разрешение. Так они даже прорисовку, все тени заменили, там, неизвестно чем, что они прям перенос. Вот, эти, сука, вот, как тут на Xbox круто, идеально. Суки, а. Блять, тварь, а. Так. Блять, ладно, побежим быстро. До того момента, вот до того дойдем. Блять, все треугольное вообще. Вода, она, блядь, не, она не сияет так, как на Xbox, вообще как настоящая, блядь, одна из лучших вод сделана. Пусть вообще, да тут как параша выглядит, да, даже тут это обрезано. Все спецэффекты обрезаны, все. Сука. Перед носом у тебя тени эти появляются, псевдотени. Нарисованные. Раскрашиваются, красятся.
Вот оно сейчас, блядь, пойдет, дерьмо. Сука, блядь. Говнище. Вот это заставка. Да даже ролики, знаете, на Xbox лучше выглядят ролики. Потому что там, а на PlayStation она не может во время игры переключать разрешение. Знаете, какая параша? То есть 1080p там ролик, на 7, то есть 720p на ролик не может впихнуть, если вся игра 720p. Потому что если она начнет переключать разрешение, она у тебя выключаться начнет все. Экран, телевизор врубаться нахуй, все глючить начнет. Сука, говнище, а. Блин, давай уже. Тут даже заставки урезаны. На какой там Blu-ray нахрен нужен тут? Если они урезают заставки до VGA разрешения. Сука, тут видите, как тут идеально. Ну все сделано на Xbox, а. Тут все плавно вообще. А тут еще и тормозит она. Понимаете, на PlayStation и все тормозит. В общем, как управление лагает, так и все вообще. А вот эта параша, блядь. Сука, она, блядь, тормозит, блядь. Как же она тормозит? Еще и глючит. Сука, еще в помещении тормозит. Блять, а. Сука. Говно какое, а. Сука, параша. Ну давай быстрей, сука. Тут пока, как бы, сука, блядь, простой подвал. Сейчас выйдем на открытое пространство. Там вообще будет все жуть какая. Вот заставка вот эта. О, смотрите, этот блур, как этот переключается, блядь, как он плохо работает и тормозить начинает, прям когда они блур. Ты как отвратно все выглядит, сука. А вот эта заставка на Xbox. Это при этом в странном качестве она записана. Парася. Вот на PlayStation это параша. Блять, а. Сука, блядь, да давай вот промотать. Вот минус таких заставок, что и промотать нельзя. Которые прям от первого лица. Потому что они как бы в реальном времени происходят. Блять, ну видите, какая, блядь, красота. Сука, а на PlayStation какой г... Вот, следующий файл. Вот. Вот знаете, как круто. На Xbox, блин, ну просто идеально, вообще ничего не тормозит, все как надо. Все как на компе, вот. А тут параша обрезанная пошла уже. Сука, блядь, говно, да трава нахуй, хуй знает какая. Даже издалека видно. А вот тут все нормально, блядь, как надо. Да даже со сжатием таким видно. То есть тени какие крутые, посмотрите, все нахуй. Ой, смотрите, видите, он меня нашел почти. Сука, говнище, блядь, а. Блять, все, видите, все в тормозах пошло, вот как врага убить, все еще больше затормозило, сука. Пиздец, на эти кирпичи посмотреть, посмотрите на это, блядь, поганые, отвратные текстуры. На Xbox такого нет, там они реально все выглядят. Сука, говнище, а. Блять, говно какое, а. Просто мерзость, омерзение, блять. Сука, в каждом нахуй байте. Тут вот хуй в бошку даже попадешь. Вообще отвратно целится вообще на этом, блин, геймпаде вонючем. PlayStation-овском. Вот, то есть как тут офигенно прям сияет, вся листва сияет, блин. Вообще, блин, все, блин. Тут все порезано, нахуй, блядь. Сука, говно. На Xbox даже графика лучше, если 3D-режим, представляете, включить все равно, чем на PlayStation без 3D-режима. Блять, говно какое. Блять, смотрите, блять. А ну как, посмотрите на эти ящики, как они появляются. Вообще прям перед носом, потому что памяти нихуя не хватает у PlayStation.
сука, поганое говно-то, а? Сука, параша, блять, а? Как все отвратно, вот, блять, на Xbox'е. Красота. Плохим за записью, блять, а? Хули она глючит, а? Сука, падаль, а? Блять, а тут параша, блять, замыленная. Тормознутая. Сука, я уже устал. Бля, видели, как дерево появилось? Вообще ниоткуда. Это пиздец просто. Блять, а машина с этим чуваком появилась. Вообще нахуй, блять, прорисовка 20 метров. И то не сразу появляется. Сволочь, какая же параша, блять, а? Сука. Блять, даже освещение порезали, все. Тени вообще отрубили, заменили имитации тенями, которые, блядь, видно прям как прорисовываются. Погано. Сука, вот хуй, хуй. Блядь, вообще, видите? Блядь, я на Xbox всех убивал в голову с одного выстрела, тут вообще невозможно ни в кого попасть. Блядь, а сука, а? Блядь, а? Говно какое, а? Бля, видите, тут какие выстрелы красочные, вообще ничего не тормозит. Все нахуй вообще со смазыванием идеально работает. Кадров. Так сделано, что 60 кадров только портит, эта игра хуже дает. Сука, это вообще просто пререндерный CG ролик. Тут же параша просто, блядь, подстойнейшая. Гадость компьютерная все. Сука, а? Параша тормознута. Ну туман на этот, посмотрите, дым нахуй. Сука, даже непонятно, то ли это пыль, то ли туман, блядь. Сука, говнище, блядь. Ну выглядит совершенно отвратно, блядь. Клубы дыма очень сложно прорисовать. Они всегда все тормозят. Тут их в особо урезали, блядь. Сука, параша, какая же параша, блядь, а? Блядь, говно, а? Сука, полная, блядь. Сука, уебище, блядь. Даже трава поганая, она как-то... На Xbox она какая-то зелененькая, так торчит, даже при ближайшем усмотрении так отвратно не выглядит. Тут, сука, пиздец, штыки... Говно, блядь, а? Даже вот это вот эффект дымки, да, вот воздух колышет, видимость горячая. Тут даже это отвратно сделано, просто, блядь, сука, а? Вот все отвратно, блядь, а? Тут, блядь, круто как, а? Это же можно увеличить. Сука, блин, глючит. Надо было другой плеер взять, этот в режиме оверлей, похоже, хреначит видео. Из-за этого, блять, кадр не показывается. В общем, блять, сука. Хуй тут сравнивать, и так видно, параша полная, блять. Вот Xbox версия выглядит так, что придраться вообще не к чему. Можете представить? Сука, она даже на компе Xbox версии так выглядит, что придраться нечего. Хотя это вообще просто две кнопки нажали, блядь. Это даже не порт никакой, сука, так. Перекомпилировали файлы. Сука, пиздец, а. Говно какое, а. Блядь, а посмотрите, какие тени, это пиздец. Они какими-то лесенками, сука, хуй знает чем. Видите ли, блядь, сука, блядь, такими, блядь? Ну видите, а у них краев нету гладких, посмотрите, нету гладких краев у теней, блядь, пиздец, говно. Тут все нормально, блядь. Сука, везде нормально.
Да, и, кстати, видно, блядь, где, видите, настоящие тени, а вот, блядь, сука, левые нарисованные. Аншабдуль!